Всем привет, ребят, меня зовут Ник, и сегодня, ребят, мы будем снимать новый ролик по Bitfarm Simulator. Ребята, этот ролик называется «Как и где взять стар-печеньку», а также «Кому ее лучше дать». Ребята, я думаю, сначала я вам расскажу, как, где ее взять, и потом уже расскажу, кому лучше ее дать. Ну, конечно же, я думаю, это все знают, где ее взять, но, ребята, я думаю, многие не знают, где ее взять, и сегодня я расскажу, ребята. Ну что, ребят, перед началом ролика, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, давайте добьем 1000 подписчиков до лета. Я буду очень рад тому, что у нас 1000 подписчиков будет до лета. И на 1000 подписчиков я точно проведу стримчанский. И также в комментариях напишите, как вам прошлый стрим. Ну что, ребята, я думаю, начнем. Всем приятного просмотра. Ну что, ребята, давайте приступим к первому способу получения этих самых стар-печенек. Ребята, первый способ — это, конечно же, самый обыкновенный, просто купить их за 1000 тикетов в магазине за тикеты. Да, ребят, мы таки сюда заходим, и вот она у нас, ребята, за косарь тикетов стар-печенька. Я как раз на нее сейчас коплю, мне только 470 тикетов, но, ребята... Возможно, я ее не буду покупать, напишите в комментариях, на чем мне потратить косарь тикетов, когда у меня он будет, конечно же. Или же 500 тикетов, которые у меня сейчас есть. Ну ладно, ребята, вот, конечно же, самый обычный способ купить за 1000 тикетов. Теперь давайте перейдем к следующему способу. Также, ребята, падают очень редко, хотя не очень редко, с мобов. Что еще можно? Также, ребята, давайте я вам расскажу, что надо выполнить в квестах. У всех этих, то есть что надо сделать, чтобы получить стар-печеньку у всех этих квестах, четырех. Также, ребята, я забыл сказать, что за 750-й квест и каждые 500 квестов дается стар-печенька у черного медведя. Да, ребята, у коричневого медведя. Да, это странно, да, у него легкие квесты, но это реально так. Я на самом деле даже не знаю, как посмотреть, какой у вас квест. Ну, короче, ребят, как-нибудь посмотрите. Вот, ребята. И давайте я вам расскажу все эти квесты. Ну что, ребята, чтобы получить стар-печеньку у панды-медведя, вам всего лишь надо убить 1000 муравьев, убить 500 военных муравьев, это типа этих, с зелеными такими касками. Потом убить 100 больших муравьев, то есть гигантских муравьев, это, конечно, жестко. 3 короля жуков, которые вот там вот под клеверным полем сидят. Ну вот он, реально медведи, это тоже легко. И получить 100 очков в уровеньном челлендже. Ну то есть я думаю, это легко. То есть вам надо убить типа 100 муравьев. Вот у меня, допустим, рекорд. Сейчас скажу, ребят, какой у меня рекорд. Вот, также можете взять здесь билетик. И у меня рекорд 176, да, ребята? В принципе, вот так вот, ребята, здесь можно получить. И что, ребят, давайте посмотрим, какой квест у Анетта надо выполнить, чтобы получить стар-печеньку. Ну что, ребята, да, ребят, это немножко такой сложноватенький квест, но давайте подойдем к Анетту, и я вам начну говорить. Давайте. Всего лишь надо собрать 1 миллиард белые пыльцы, также 1 миллиард красные пыльцы, 1 миллиард синие пыльцы, 100 миллионов пыльцы из Spiderfield, 250 миллионов этой, типа, гандропсов, ну, типа, где, может, в каких-нибудь квестах есть сейчас. Ага, вот, где-то вот тут. Вот, гу, собрать гу from red flowers как раз, по-моему, надо. From white, из белых, чтобы гу собрать. Из кактусового поля 25 лямов собрать гу. 25 лямов из клеверного поля, 20, собрать 100 тысяч токенов способностей. Это типа токены, которые вот просто падают, ну типа на поле, которые появляются на поле. Ты копаешь, то есть как бы ты как бы просто фармишься, и вдруг они у тебя какие-то токены появляются. Вот сейчас вам покажу. Ну я думаю, вы все понимаете, вот, допустим, скорость заспавнилась, вот бомбочки заспавнились, там глазик вот это заспавнился, вот эта вот ускорялка. Короче, разные такие токены. 10 тысяч токенов бомбы, только что я вам показал. 1000 токенов Baby Love, вот она, вот это вот Baby Love. Это, кстати, прикольная штучка. 10 тысяч токенов меда. Ну, это, конечно, в принципе, легкий квест, так как вы часто выполняете другой квест у Honey Bee. Вот я недавно выполнил квест и буду ждать своего следующего мегафарма. Бить 50 пауков, больших муравьев, гигантских муравьев, убить 5 крыльев жуков и 5 туннельных медведей. Да, ребята? И за все вот это вот вы получите 100 миллионов меда, 10 тысяч печенья, 50 билетов и стар-печеньку. Также, ребята, давайте я вам расскажу, какой квест надо выполнить у мамы. Да, ребят, как там называется квест и как его выполнить. Ну что, ребят, давайте я вам все расскажу.
Так, ребята, этот квест называется The Family Final, и в нем надо всего лишь-то апнуть 10 пчел, апнуть пчел до 10 уровня, одной, хотя бы какой-нибудь одной пчелы, улучшить 5 пчел до 9 уровня, увеличить 15 пчел до 8-го, покормить 10 тысяч любых угощений, там печенек, там клубники, ананасиков, там блуберки, семечек, вот, наверное, можно и битбри даже. Также покормить 250 семок, покормить 250 ананасов, 250 клубники, 250 черники. Да, ребят, короче, каждой еды надо покормить 250. Ну что, ребята, вот такой вот квест у мамы медведя, и за все это вы получите такую фигню награду. 10 миллионов меда, старт печеньку, 2500 печенья, 10 билетов, 5 королевских желе. Ну, королевские желе, возможно, это хорошо, и также, конечно же, старт печенька это хорошо, но все остальное такое себе, 10 миллионов меда всего лишь-то, и 2500 печенья, также 10 билетов, такое. В общем, ребята, вот такие вот квесты, и вот так вот можно получить у нас старт печеньки, вот все способы их получения. Ну что, ребят, и давайте приступим к тому, что сейчас вам расскажу, как кому лучше дать старт ритку. Конечно же, ребята, старт рит нужно давать только ивентам и пчелам. И сейчас я расскажу, какой последовательности это конкретно делать. Ребята, сначала мы, конечно же, даем фотонки, я думаю, это все знают, типа, логично, фотонки, потом даем медведю. Типа вот этому вот походу Барби. Дальше мы даем котику Табиби. Ну типа на самом деле Табиби это очень хороший. Ребят, я лоханулся, что дал Татбол. Надо было давать Табиби. Дальше мы даем этому. Сейчас это... Так, сейчас мы найдем. Вот этому даем Фестив Би. Дальше мы даем Кринсон или Кольдвальд. Ну смотря в какой вы полице сейчас находитесь. И если вы в красный, конечно же, даем кобальт, это кримсон. Если вы в синий, конечно же, даем кобальт. Я вам советую в синий переходить, но ладно, не-не, ничего этого не было. Жало, ой, господи. Дальше этот, вицес ви даем, атака. И последний, это гамми, сейчас, где, сейчас. Ой, не последнее, даже не последнее. Также у нас есть папи би. Так, сейчас, давайте найдем. Вот гамми-пчела. И гамми-би, наверное, лучше давать перед гамми-би. Даем папи-би. Ну что, ребят, вот такой последовательности давать. А дальше, я думаю, если у вас вдруг все ивентовые пчелы одаренные. А, конечно же, если у вас вдруг есть Винди, даем ей. Ну, это все понятно, конечно же. Она же вообще самая топовая пчела. А дальше, если у вас есть одаренные, начинаем с мификов и так к лего переходим. Ну, конечно же, лучше фьюзи сразу же одарять, потому что фьюзи самая топовая, ребят. И, ребят, вот такая вот интересная штучка у нас получилась. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем давайте сыграем за 25 миллионов, почему бы и нет. Вот, сейчас быстренько, прям по фасту. Так, так, и нифига. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи! Всем пока!